Какие были времена, когда в квартире коммунальной мы жили бедность не тая, и лучшей жизни в ожидании, и часто снились по ночам тому кусочек хлеба с маслом, кому лопуха по утрам, кому бульон с куриным мясом. Там тетя Сия, тетя Соня, тетя Миля, тетя Леня, Хайм, Лёва, Мойша и Зелья. Я один в квартире русский, ой, мне было очень грустно, что евреем не родился я. Я один в квартире русский, ой, мне было очень грустно, что евреем не родился я. Друзья, мой папа был завмак, мой папа просто инженером. Какой я был тогда дурак, а папа был для всех примером. Нас было семеро детей, и каждый день буханку хлеба делил на ровных семь частей. За всклад Илюша нам к обеду, и тетя Цина, тетя Соня, дядя Вилли, дядя Лёва, Хай, Лёва, Мой и Зелья. Я один в квартире русский, ой, мне было очень грустно, что евреем не родился я. Я один в квартире русский, ой, мне было очень грустно, что евреем не родился я. Браво! Стоп! С тех пор прошло немало лет, еще не конец. И все разъехались куда-то. Давным-давно и дома нет, и пусто там, где жил когда-то, ушла былая доброта. Мне тех времен до боли жалко, не возродишься никогда.